Привет! В рамках подготовки к зиме совместно с магазином Dexshell.ru решил подготовиться, в общем-то, по полной. Соответственно, вот такие вот носочки заказал. Носочки, соответственно, ну, ощущение сухости, комфорта, все такое. Я вам, в принципе, расскажу своими словами про это все. Ну, как бы где-то что-то там можно будет посмотреть на упаковочке, что у нас присутствует. Ну, размеры, все это вы смотрите, в принципе, на сайте. То есть там как бы под себя подбираете. Значит, я подбирал, соответственно, носки для своей супруги. В общем-то, в данном случае, почему? Потому что носками такими же практически я пользуюсь, то есть от той же самой компании Dexshell. Вот у меня есть размер large, соответственно, вот этими носками я пользуюсь, наверное, уже ну года два, то есть по вот так вот впечатлению. Само собой, их носить каждый день мне лично не приходится, то есть, ну, видите, да, чуть-чуть там где-то подзатаскалась, вот, но, в общем-то, каждый день носить не приходится, но они продолжают справляться со своими обязанностями, то есть они больше у меня так вот по случаю. Я их уже замачивал, то есть проверял, то есть полностью погружал в воду. Ссылки на видео я постараюсь оставить в описании, если что, напомните мне об этом, если вдруг забуду. Соответственно, заказал носочки только поменьше, такие более яркие для супруги. Для чего это делается? Для того, чтобы ноги оставались сухими. Я думаю, что вы понимаете, насколько это важно, насколько это комфортно. Понятно, что ежедневное использование возможно для таких носков, но мне кажется, что это не самое, ну, все-таки рациональное. Ну, зачем каждый день носить, как бы, такие специализированные носки? А вот в моем случае, я, например, очень часто вожу свои носки в автомобиле или беру с собой, допустим, в рюкзак, когда куда-то перемещаюсь, и знаю, что ноги, ну, рискуют, допустим, промокнуть. То есть я, например, в обычных носках, но если идет там, например, сильный ливень, или я вдруг уже промочил ноги, то есть, ну, или превентивно, то есть немножко заранее, или, соответственно, если вдруг что, я переодеваю, и, в общем-то, вот эти носки меня спасали уже неоднократно, на самом деле, от мокрых ног. То есть существуют такие женские модели, мне не очень нравятся сильно высокие, поэтому как бы вот такой низкий вариант, то есть больше, ну, так скажем, для таких вот легких вариантов, да, там в основном город, ну нет, где-то на природе. Вот, соответственно, если кому-то нужно прям постоянно быть в воде, то существуют высокие носки, понятно, что существуют мужские и женские расцветки, размеры и все такое прочее. Значит, водонепроницаемые носки Dexshell Ultra Light Bamboo Сок, соответственно, ну, носки, значит, разработаны для повседневного использования в условиях как бы холодной влажной погоды. Ну и, в общем-то, это новое поколение водонепроницаемых носков, то есть модель носков предназначена именно для ежедневного использования, как бы, то есть способны они носить, чтобы их можно было носить ежедневно. Вот, просто как бы мой выбор, так скажем, носить при случае и, в общем-то, обходиться там буквально, например, одной парой. Хотя по факту, опять-таки, если у вас есть такое желание, они предназначены для ежедневного ношения, длительную носку выдержат и многократную стирку. Кстати, мои тоже стирались неоднократно. Значит, для достижения как бы такого результата производители объединили традиционную технологию как бы с использованием, соответственно, современных материалов. То есть главный функциональный слой, само собой, это мембрана Парелли, которая, в общем-то, произведена в Англии. Это третий слой между ними, то есть средний слой. Мы мембрану здесь не видим, но она однозначно работает. Значит, она отвечает за эффективное потоотведение, как бы, с одной стороны, да, для того, чтобы нога дышала и не прила, с другой стороны, для того, чтобы она не промокала. Значит, ну и работает, в общем-то, эта эластичная прочная мембрана благодаря как бы разнице температур внутри и снаружи носка. Поэтому не рекомендуется одевать данные носки поверх обычных. То есть их нужно одевать на, соответственно, голую ногу. Значит, мембрана работает по принципу решетки с избирательной пропускной способностью. Как бы она не задерживает воздух, вот, но, значит, влагу задерживает. То, что нам говорит производитель. Дальше, внешний нейлоновый слой. Значит, он устойчив к повреждениям, как бы он плотный, комфортно прилегает к ноге, значит, и пошит из материала с большим запасом прочности, поскольку как бы рассчитан на постоянный контакт с обувью, он должен защищать как бы от повреждений, прежде всего, мембрану. Значит, ну и, соответственно, состав этого материала – это 96% нейлон, 3% эластан и 1% эластик. Ну и, соответственно, внутренний комфортный слой у нас сделан для того, чтобы в вашей ноге просто было комфортно и удобно. То есть наружный это слой мы видим, ну вот она мембрана серенькая, да, там внутри видно, все это очень эластичное, ну и внутренний комфортный слой, я так понимаю, что с применением вот этих вот бамбу волокон, вот так скажем, вот этой вот технологии, да, для того, чтобы было комфортно. В общем-то, запасайте свою семью удачными такими решениями, компания Dexshell может точно вам быть рекомендована, потому что проверена мной на протяжении
протяжении уже не одного года. Действительно, очень качественная продукция. То есть, все удобно, все носится без проблем. И, в общем-то, я только рад. Считаю, что минимум одна пара такая должна быть. Поэтому, в общем-то, как только появилась такая возможность совместно посотрудничать с компанией Dexshell.ru, соответственно, я с удовольствием взял такую продукцию на обзор. Ссылки дам вам в описании под видео. Реально классная вещь. Всем удачи, всем пока.